Друзья, всем здорово! Вы на канале Никиты Крылова, который называется «Погнали!» У нас просто непредвиденное происходит сейчас! Вы посмотрите, что у нас идет снег! Еще буквально пару, наверное, час-два назад я выезжал, было тепло, было солнце. Ну, не солнце, господи, дождь был у нас. У нас просто такие эмоции в такие моменты возникают у крымчан, что просто мы не знаем, что делать, если честно. Пойдем к автомобилю, сейчас поедем в сторону центра города. Посмотрим, что у нас там происходит. Но это очень круто, погуляем по Салгиру. Такую погодку. Я даже вышел по привычке в кроссах. Это вообще можно обалдеть. В общем, погнали, друзья, посмотрим на снежный. Вот такая ситуация в городе. Честно говоря, очень страшно мне сейчас ехать и снимать параллельно. Просто, ну, видимость очень плохая. Тем более, мы просто не привыкли ездить по снегу. Вот. И сейчас так все медленно-медленно волочится. У многих, конечно же, летняя резина. Потому что вообще он внезапно выпал. Хотя о нем предупреждали, но выпал он внезапно, как говорится. Так, показываю поворотники. Тихонечко буду сворачивать на параллельную улочку. Это прям настоящая зимняя сказка у нас. Красотень. Такое впечатление, что мы чем ближе к центру, тем он сильнее тает. Вообще сейчас плюс 1 градус. 11 часов 15 минут. У нас на наших солнечных часах 1 градус. Когда только присели в машину, было 2 градуса. Но, возможно, это автомобиль просто еще давал тепло, потому что он не успел остыть после того, как мы закончили поездку. Фух. Итак, возле разрушенного ветром вчерашним дерева решила Юля, что сделать? Слепили вот такой снег. Так. Сейчас мы проверим на подопытном Никите, так. Насколько вообще это больно и как он разобьется. Давай. Ты не убегай. Ну давай. Вот, смотрите, все отскочило. Вообще не больно? Можно играть в снежки. С первым снегом! Ой. У нас обычно, знаете, есть больше такое, с первым крымским загаром поздравляют, а так тебе по спине так тык-тык-тык-тык бьют, когда ты сгорел. Вот. А здесь как-то уже какая-то прям необычная традиция в снежки играть в Крыму. Пойдем в парк, смотри там, как красиво светится. Обалдеть, обалдеть, красота. Я не удивлюсь, если с утра уже все растает. Отстань! Фух. Обалдень, красотень. Я удивлюсь, если с утра не растает. Не растает, да, это будет действительно очень странно. Стояли, наверное... Ветка упала. Вот ветка упала? Да, падают. Падают? Да. У нас просто машина недалеко припаркована. Как раз недалеко от того места, где... Ну, вы только что видели, где, в принципе, рушились еще вчера ветки. Но я надеялся на то, что просто... Раз уже все упало, значит, падать ничего не должно. Вчера вроде такой, как бы, проходил важный момент. Тест. А! А еще, сколько? Вот плюс один где-то, да? Да, плюс один. И такое ощущение, вот, ну... Как будто минус 5, не знаю. Да? Да. Влажность? Да, вот из-за влаги всегда у нас... У нас сейчас на Южном берегу, мы звонили, там дождь, там гроза, да, идет? Да. Там просто, ну, такая непогода. Ливеняка прям льет. Но я же говорю, как вот здесь где-то часа 4-3 назад я ездил по городу, дождь просто льет, вообще ничего не предвещало беды, было тепло, было плюс 10, и буквально за пару часов погода сменилась, знаешь, мы сидим дома, и Юля говорит, снег идет, я думаю, да что ты трындишь, думаю, какой снег, стадии такие принятия, вообще,
Весна такая, потом такая осень. Да. Дима. Точно 12 месяцев, как будто подснежники, да, какие-то? Вчера было плюс 23, показывал автомобиль в 5 часов вечера. Целый день было плюс 19, плюс 21, плюс 23. Сегодня 10, а ночью снег. Просто что-то неимоверное. Так, это у нас библиотека имени Франко. Пойдем, наверное, в ту сторону прогуляемся. Я вот, кстати, в том парке напротив ни разу не был. Пойдем туда пройдемся. А ты хочешь на лежанке полежать? О, отлично. Это как раз такой зимний вариант лежанки. Ага, давай. А это сквер Потёмкина. Очень классные скверы, отреставрированы у нас. Не по этому. Да, не по дорожке. Ну, здесь сделаны дорожки. Они, видимо, такие... Ну, видно же, прям кустики высажены, видишь? Ага. Вот. Так, так, так. Красотень, конечно. Ну вот зимой, честно говоря, Симферополь застать, это очень прям редкость. Да. Снег. У нас он бывает. В горах он бывает часто. Если он выпадет, он может лежать до весны. Но вот так, чтобы в городе, не каждый год. Молодец, молодец. Дворники тебя похвалят, что ты уже часть снега убрала. Красота, лепота. Мне очень нравится, что когда снег начинается, такая тишина какая-то наступает, потому что, ну, акустика другая, просто звук ниоткуда не отражается. И серый очень, город преображается. И очень светло, да. Серый город вообще преображается. Вчера была такая грязища. Ну, видели видео. Эти ветки, все падает, что-то метет. Сегодня совсем все по-другому. Вот следы вчерашней экологической акции от природы. Упало дерево прямо на лежанку. Кстати, свежепосаженное, что оно упало, вообще непонятно. Хотела снежки, лепить снеговики. Я бы покидала парку. Спасибо, мне понравилось. Ляп, ляп. Ляп, 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 ляп. О, сейчас скрежет начнется. Там под деревом какие-то ляпы, понимаете ли? Это ж снег, он должен хрустеть. А у нас тут воды куча. Почему-то. Еще один человек фотографировался. Сейчас ночь, поэтому никого здесь нет. Будний день, да. Я думаю, многие даже проспали, если честно. Вот так в Инстаграм с утра посмотрят, если что-то вообще останется. Обещает плюс 6. Ну, вот сейчас прекратится это все действие, и все, растает быстренько, я думаю. В Инстаграме посмотрят, наши видосы посмотрят, скажут, да ладно, мы что, проспали снежок в Крыму? Обалдеть. Чуть-чуть слякоти мы пройдем и выходим на белоснежные просторы. Отличный повод вообще прогуляться по новым скверам. То есть что-то времени мы особо не находили для них. Ой, ну это же вообще красиво очень. А? Хрустит, да, послушайте. Еще просто. И вот у нас никогда, правда, на Новый год не бывает снега. Молодец. Слушай, а он тяжелый, да, очень? Еще и фиг стряхнешь. Прям липкий-липкий сейчас. Да, 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 да.
дорога, поэтому так слышно автомобили, музыка играет. Мне поэтому в том парке больше нравилось. Фух. Фух. Посмотрите, что творится. Да, так стою, ветер на меня прям дует. Я вам скажу, даже это самое неприятно задувает. В общем, на улице, ну, мне лично вообще не холодно. Единственное, вот рука замерзает, потому что я постоянно камеру перехватываю. Так вообще отличная погодка, супер. Идеальная. Гуляй, не хочу называть. Ой, не, ветерочек прохладный, прохладный. А? Это называется метель. Вот. Такое редко, поэтому слово мы такое можем и не знать. Но это метель называется. Ух. Ай-яй-яй. Это куда там попало, вообще не знаю. Выживу, нет, не знаю теперь. О, пойдем через сквер Екатерины. Не сквер, а памятник Екатерины. Это сквер, все это сквер Екатерины называется. Вот, сейчас пойдем через памятник. Посмотрим, что там у нас, как она. Холодно нет, если что, твою курточку отдадим, чтобы Екатерина у нас не замерзла. И вот она нарядная, Екатерина тут стоит. А летом здесь фонтанчики из-под земли бьют. А сейчас у нас снежок идет. Надеюсь, ей не холодно, потому что все равно ей сейчас никто помочь не сможет. Ой-ой-ой. Так, у меня что-то на камеру, походу, дело налипло, потому что такой свет, да, интересно идет. Хе-хе-хе! Догоню! Ху-ху-ху-ху. Да, сейчас бы иллюминация. Я же, кстати, нашел, где в Симферополе зимние украшения. Вон, кстати, посмотри. Немного уже украсили по-зимнему. И нашел еще на одной улице, да? Или с того года, может, не снимали просто? Да. Да. Ну что, пойдем в ту сторону? Иллюминацию уже не пойдем, я думаю. Смысла нет-то. Нам природа выдала вон какую иллюминацию сейчас. У-у-у. Конечно, холодно. Не май месяц, зима уже все-таки. Пешечка у нас тут стоит. Вынужден вам сообщить, что в теплых странах, когда хорошая погода, проще снимать, но особенно это не касается Египта в зимний период. Там, конечно, ветерок, тяжеловато снимать. Но так вообще проще, потому что там снег не налипает. Здесь постоянно объектив я протираю. Поэтому поддерживаем меня, конечно же, чем? Лайком, колокольчиком, всем там, что попало, да. В общем, заходим в инстаграмчик, там ссылки все есть в описании. Переходим, смотрим. Вот если такие вот ситуации, снег, например, ночью, то мы сразу в сторис раз и готово. Поэтому, друзья, не стесняемся, как говорится, не сдерживаем себя, не сдерживаем эмоции. О, тут у нас весна, а через секунду снова начнется зимушка-зима. Мне кажется, растает до утра, как думаешь? Да. Да? Да, потому что... Классическая история. Ну, идешь как-то вот под деревьями слякоть. Сейчас плюс, да, плюсовая температура. Это вот снег идет сверху, там просто очень холодно. Такие какие-то тупо банальные вещи, я говорю. Ну, бывает, знаете ли, там дождь идет, а внизу уже снег превращается в снежинки. Сейчас все наоборот.
Воды, да, много стало у нас. Это хорошо. Для Крыма это хорошо. Это классно прям. Мы сделали такой небольшой кружок. И мне понравилось. Несмотря на то, что сейчас прохладно. Сколько времени? Без 15 зима. Вот видите, как говорится, у дураков мысли сходятся. Да. Ну ладно, умных людей, скажем. Немного перефразируем. Без 15 зима. Ну вот крымская зима, вот звук крымской зимы вы сейчас слышите, конечно. Потрясающий звук. Великолепнейший. Ляп-ляп называется. Только обычно у нас так не слякоть, а грязь. Ляп-ляп идешь. Потому что сегодня просто чудо. Фу-тю-тю-тю-тю. Красота. Пойдем еще раз до скелика, дойдем до этого. Мне понравилось, что там очень красиво. Зайдем в него. Как говорится, закольцуемся. И все. Будем заканчивать. Фу, красотень. Ну что, все, друзья, вы сами все видите, всю красоту. Будем заканчивать. Ой, не могу, переключил на камеру другую, она все вообще залипла водой. Будем заканчивать эти видео. Снег такой, значит, Дима, как вроде мокрый, но такой. Хлопьями? Да, хлопьями. Ну это да, это, конечно, хорошо. Хорошо, он нам сейчас обратно будет ехать на автомобиле домой, вообще отлично. Нам в горку еще подниматься, просто такую хорошую. Все, друзья, будем прощаться, будем говорить до свидания. Знаете, почему снег пошел? Потому что я сегодня вечером подстригся. Мне кажется, все из-за этого. Всем всего самого лучшего. Верьте в чудо, верьте в сказки. Надеемся, что 31 декабря у нас тоже будет такая погода. Очень было бы надеюсь. Очень круто, потому что обычно настроение приходит уже ближе к 12. Как говорится, градус настроения повышается, и все становится более новогоднее и красивое. До свидания. Всем пока. Подписывайтесь, это обязательно.